Первую остановку депутат сделал в поселке Любохна, где осмотрел местную школу. Учебное заведение практически полностью готово к приему учеников. Проведен косметический ремонт, проверены системы отопления и пожаротушения. Особой похвалы заместителя председателя областной думы удостоился школьный музей, созданный усилиями педагогов и учеников. Ознакомившись с экспозицией, Виталий Минаков подчеркнул, что подобные музеи являются важной частью системы патриотического воспитания молодежи. Руководство школы обратилось к Виталию Викторовичу с просьбой оказать помощь в обустройстве спортивной площадки. Местная молодежь в последнее время серьезно увлеклась экстремальными видами спорта, но условия не позволяют проводить полноценные тренировки. Чувствуется, что Виталий Викторович не просто для галочки приехал, он реально хочет помочь тем территориям, которые он посещает. Это заслуживает огромного уважения. Следующий в программе визита значилась Дядьковская гимназия номер 1. Здесь уже не первый год существует проблема с бассейном. В силу ряда технических причин эксплуатация спортивного объекта возможна только в зимнее время. Вице-спикер областной думы пообещал помочь в решении данной проблемы. В целом же Виталий Минаков высоко оценил уровень подготовки учебных учреждений района к новому учебному году. Что касается остальных школ, довольно незначительные проблемы. Где-то не побелены потолки, где-то в спортивных залах имеется в виду, где-то не было финансирования поменять полы, ну, которые, в принципе, еще могут послужить. Вот так в целом довольно неплохие ремонты сделаны, довольно неплохие условия, и все, в принципе, к началу нового учебного года готово. Затем в здании администрации района состоялась встреча Виталия Минакова с представителями спортивной и политической общественности. Встреча прошла в режиме живого диалога. Жители Дядькова задали вице-спикеру областной думы несколько десятков вопросов на самые разные темы. От роста тарифов ЖКХ до введения в нашем регионе всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Люди задают наболевшие вопросы, те вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день. И эти проблемы, их нужно решать. Их нельзя оставлять без внимания и обязательно нужно решать. И сегодня у жителей Дядькова была бы возможность довести до меня эти проблемы. Я, в свою очередь, доведу это до председателя Брянской областной думы. То, что не смогу сам решить, мы постараемся решить вместе с председателем, вместе с местными чиновниками. В завершении визита прославленный чемпион на базе Дома спорта «Электрон» провел мастер-класс для воспитанников местных спортивных школ. Виталий Минаков планирует продолжить знакомиться с ситуацией в районах. Уже в ближайшее время подобные инспекции пройдут в Новозыбкове и Клинцах. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Дядьковский район.